никогда ни Путин, ни кто-то из его окружения даже не поднимал вопрос о том, что вообще надо раскалывать Украину и какую-то часть Украины хоть когда-то присоединять к России или к какому-то другому союзу, который будет создан. Донецк и вообще вот этот Юго-Восток, Луганда, как ее теперь называют, для России станет большой проблемой, потому что начнет ломиться в состав России с автоматом Калашникова, как пьяный человек ломится в чужой дом с целью, чтобы его пригрели. На Юго-Востоке просто неправильно поняли вот это послание, этот месседж, который шел от Крыма. Это абсолютно тупиковая ситуация. У них там невозможно узнать, кто из них кто. У них идет война настоящая. Мне очень обидно, что практически, так сказать, главным врагом Украины сделали Россию. Это абсолютно неправильно. И Россия совершенно не собирается никаким образом вредить большому соседу, с которым мы не только должны, мы обязаны дружить. Нужно выждать и оказывать помощь гуманитарную. Чуть-чуть стоит вмешиваться. Совсем залазить с головой туда не надо. У нас хватает своих проблем, которые мы должны решать. Но подсказать что-то, посоветовать, хотя они не слушают советов, как я понимаю, как бы не дошло это до крайних мер, как бы Россия вообще войска туда не вела, и не потому что мы можем только так вести войска и закончить все это вот большой жирной точкой. Конечно, болит душа, но ни в коем случае, мне кажется, войска не надо вводить, потому что это уже будет война. Дать возможность гражданам Украины самим решить свою судьбу. Не исключено, что для этого придется немножко повоевать.